этом году внешние инвестиции, вот недавно стат был отчет, больше 7 миллиардов уже есть, а к концу года будет больше 8 миллиардов долларов. Дай бог их переварится. При нелегитимном парламенте. Послушайте, очнитесь вы, если вы так думаете. Да плевать этому инвестору, что тут в Беларуси будет с парламентом. Им нужен климат. Нормальный инвестиционный климат. Назовите хоть один случай, когда мы не защитили инвестиции иностранных инвесторов. Вот в Австрии я это почувствовал. Надо поддержать. Интересен нам проект. Мы его поддержим. Это важно для инвесторов. А не то, как тут Лукашенко с вами сформирует белорусский парламент.